Все, я звезда, я поняла. Спасибо, что вы так принимаете. Спасибо, Господь. Однажды, не так давно это было, я услышала одну фразу. Она для меня знаковая очень. Вы знаете, когда, наверное, люди шаг за шагом, ну, чуть-чуть больше, как-то каждый раз ближе становятся к Богу, для них каждый такой шаг, он знаковый. Это, мне кажется, не происходит каждый день жизни, там, вашей, нашей. Но есть такие, я называю, исторические моменты, когда вы получаете действительно слово от Бога. Я имею в виду то самое прямое слово от Бога. И однажды я услышала такую фразу, говорят, это называется слово рема, живое слово, слово, которое как бы для тебя оживает. И эта фраза была такой: Бог творец истории. Бог творец истории. Вот так просто. Бог творец истории. Тема, насколько я понимаю, всего, в общем-то, да, ретрита или направления, которых пытались придерживаться, это роль Гаим, роль неевреев в мессианском движении. И я понимаю, что то, в чем мы сегодня находимся, на самом деле начало или часть величайшего плана Божьего, которое, наверное, полностью осознать, вот действительно полностью, глобально осознать, может, и не получится, как до конца понять самого Бога, пока мы не встретимся с Ним на небесах. Но я думаю, что вообще великие замыслы Божьи, они понятны тогда, когда их рассматриваешь не с высоты земной, но не с человеческими глазами можно увидеть Божьи планы. Вот что я хочу сказать. Бог – творец истории. Смотрите, роль неевреев в мессианском движении сегодня – это как бы вопрос на самом деле. Почему об этом говорят? Потому что есть нужда и есть вопрос. Вопрос неразбериха, я обязательно пересмотрю и буду рекомендовать то, что Ребе говорил вчера, об этом ложном стыде, когда верующие, находящиеся в мессианских общинах, пытаются оправдываться или объясняться, почему они тут находятся, знаете ли, ну, прям так печально по этому поводу. Нет ничего нового под небом, ко мне тоже подходят члены нашей общины, иногда спрашивают, вот что ответить. Те же самые вопросы, как вчера озвучивались. Вот я не еврея, почему я туда хожу, что сказать? И я говорю очень просто. Ты нашел там Бога. Ты там, потому что ты там нашел Бога. Это все очень просто на самом деле. Ну и мы, да, ведем разъяснительные работы, так сказать, с населением, чтобы объяснять, почему мы здесь находимся. Но я хочу сегодня, чтобы мы поднялись, ну, вроде как, знаете, вот как на самолете. Кто не летал никогда на самолете? Есть люди? Вы знаете, когда поднимаешься очень высоко вверх и смотришь из этого окошка вниз, все становится очень нереальным. Все похоже на коробочки. И даже не верится, что поля, улицы и города, они, мы когда здесь, мы не видим, что есть прямые линии, что поля вспаханы только там в одном направлении. А когда поднимаешься, смотришь с большой высоты, такое впечатление, что линеечкой кто-то всю землю располосовал. Квадратики, кружочки, все такое букашечное, картонное. А чем выше, тем меньше всего это видно, совершенно нереальная земля становится, не настоящая, чем выше ты поднимаешься. Но чем выше ты поднимаешься, ты видишь, естественно, больше, да? Вы согласны?
Чем ты выше, тем ты больше видишь. Бог – творец истории. И Он смотрит на сейчас это помещение в Маяках, в Одесской области, с очень большой высоты, сквозь вечность. Как это, я не понимаю. Вот для него то, что уже было, и то, что еще будет, это всегда сейчас. Бог же вне времени. И он, для него этот день сейчас, точно так же, как и был до создания этого мира, сейчас. Он предвидел этот день, он знал, что у вас, у меня, у нас будут вопросы. И эта история, включая сегодняшний день, вчерашний, завтрашний, она, представляете, уже давно написана. Им написалась история, так как он ее творец, он ее начинал писать, и он ее закончил писать. Мы во всей этой истории находимся только в каком-то эпизоде, фрагменте, насколько он велик в наших глазах. Конечно же, мы хотим, чтобы все пробуждения произошли сегодня при нас, чтобы Иешуа вернулся тоже, когда мы будем видеть. Мы хотим, чтобы Израиль спасся именно непременно при наших жизнях. Мы хотим видеть сотни и тысячи людей, спасающихся на наших глазах, и, конечно же, еще лучше из-за вашего служения. Мы все это хотим сейчас. И вы знаете, я очень надеюсь, что ваш Ребе не помнит, как я приехала первый раз в Одессу. Я надеюсь, ты помнишь? Он помнит. Я надеялась, что ты не помнишь. Моя история такая. Я была служителем в большой полуторатысячной церкви на то время. Она была прославленная, она была модная, ну и в общем, все как положено. И я родилась свыше в этой церкви, и я других церквей не видела. Я настолько была сразу в активной деятельности, в служении, что я воспринимала мир и вообще христианскую действительность такой, какой я видела внутри церкви. Я думала, что все так верят, все так думают. Я мерила мир, ну скажем, критериями, которые были установлены в моей церкви. И вот из этой церкви, там я несла служение, меня и Николая благословили на служение еврейскому народу, о чем мы совершенно не понимали, куда нас отправляют и на что нас благословляют. И я так понимаю, Бог использовал это недоразумение тогда наше. Вот. И я была уверена совершенно, что качественное служение – это служение, где должно быть не менее 1000 человек. И, ну вот все, вот знаете, вот так, как я видела совершенно по-младенчески, ну я же тогда об этом не подразумевала, я же думала, что мы уже очень взрослые, серьезные, грамотные люди, все знаем, должно быть таким, как я. Я была уверена, что я знаю, как этого достичь. Нет ничего проще. Нужно собрание назвать словом «шаббат», проводить его не в воскресенье, а в субботу, и Иисуса называть Иешуа. Все. Ну, какие правила? Евреи все придут, все покаятся, и все будет нормально. Ну и у нас будет, у них будет христианская церковь 1500, а у нас точно такая же мессианская община в 1500 рядом в соседнем кабинете. Нормально. Так, вот такой вот детский был вот такой подход. И вы знаете, когда мы начали посещать разные города и видеть эти новорожденные группы мессианских верующих, я такая, ну, это вообще что-то община, да-да, каких-то 100 человек, там 150, несерьезные вообще вещи, знаете. И я высказывалась об этом. Я высказывалась об этом, и я была уверена, у меня будет все лучше. Все больше и все круче.
Начали мы, конечно, это служение, прям как евреев навалило, два человека в зале на 800 мест собрания. Два человека пришло, села в самых задних рядах там где-то. А люди, которые подорвались вместе с нами вести общину, там, прославление и так далее, вообще не пришли. А вот ключи, инструменты тоже не принесли. Мне дали в руки тамбурин, и я с закрытыми глазами от страха на этой большой сцене в огромном пустом зале что-то там про Иешуа пела. Потом что-то проповедовала. Я думаю, бедные эти два человека. И мы собрали пожертвование, это было 50 копеек со всех. Прямо полный набор на миссию хватает, знаете, как положено. И так полгода. Полгода, через полгода, ну, даже назвать все чувства, которые мы переживали, я их даже озвучивать не хочу. Ужас, короче говоря, это все был ужас. Да. Нет, это уже, это состояние после было. Это я к вам в начале приехала, когда я все знала, что у нас будет лучше. В общем, евреи толпой не валили, и что-то они не каялись. Одна бабушка Фейгла, она мне сказала: «Деточка, ты безграмотная». Я не поняла, за что, я же библейскую школу закончила. Целую библейскую школу, ну отлично. Она мне говорит: «Деточка, ты безграмотная, знаете». Ой. Бог видел эти дни. Когда я нахожусь, когда ты находишься в таких днях, ты думаешь, что это конец света, и завтра все умрет. Но Бог видит завтрашний день так, как ты его не видишь, потому что Он творец истории, и Он видит все от начала до конца, а ты находишься только в каком-то фрагменте. И Бог, Он уже победитель в любом случае. Понимаешь? Где бы ты сегодня ни был, его история, она завершена как история победителя. Она не завершена как история проигравшего. Мы участвуем в истории Бога-победителя. И когда приходят такие неудачные дни, когда кажется, что все ужасно и хуже не бывает, очень важно понимать, что Бог творец истории, и его история, она история победителя. Я выросла в этой харизматической церкви. Вы знаете, когда в 90-е открылись страны СССР для покаяния, для Евангелия, вместе Евангелия пришло очень много интересного вместе. Не теологии какой-то или здравости, но не то, чтобы не было, а верили во все сразу тогда. И у нас, я выросла в движении веры, где, ну вот если все суммировать вместе, выглядело, ну на то время оно так выглядело, если ты будешь правильно верить, и особенно сильно верить, то все осуществится сейчас и при тебе. Знаете, и вся задача была в том, чтобы научиться сильно верить. Правильно и сильно. Ну там были 15 пунктов, 13 куплетов, ну в общем все такое, там целая арифметика, как надо правильно и сильно верить. Вот, и мы сильно верили, и тужились, и верили сильнее. Что-то вот у нас как-то не выходило то, во что мы верили. И даже на служениях, которые мы посещали по евреям, главы о, например, смотрите, чтобы вы не потеряли то, о чем так долго трудились, пастор дочитывал до определенного фрагмента, потом пропускал 2-3 стиха и читал дальше. Потому что в тех 2-3 стихах были стихи о вечности. О скорбях. Это было очень неудобно. Оно не вписывалось в теологию, это обычно пропускалось. То есть мы так накачивались такой, я в том числе, накачивались такой идеологией, что вера – это непременно сейчас, ты будешь иметь все, во что веришь,
Главное научиться правильно верить, ну и все прочее. И вот однажды, сажусь как-то я почитать послание к евреям, и читаю, что не дождались они того, во что верили. И вы знаете, ужас и холодный пот меня просто облил, потому что я верила, я себе даже написала по одной книжке, по одной книжке, я написала список того, во что я верю, что должно произойти в моей жизни. По всем пунктам я верила. А потом, открывая послание к евреям, написано, что эти мужи верили, многие из них не дождались того. Вы понимаете, это ужас был для меня. Я поняла, что все, что в моем списке есть, я могу этого не дождаться. И у меня был кризис веры, а потом кризис жизни, потому что мне пришлось пережить смерть мужа, в исцеление которого я верила. Все, в общем, вы знаете, почва была забрана, и я понимаю, что Господь допустил в моей жизни этот путь, когда мне нужно было по кирпичикам перекладывать основания, и это основание должно было строиться в моей жизни из отношений с Богом, а не из того, как мне говорили, как мне надо верить. И какое-то имеет отношение к теме, о которой я говорю. Послание к евреям говорило вот о чем. Оно учит о мужах веры и об Аврааме. Авраам получил однажды обетование о нас с вами. Угу. И этот человек, приняв вызов Божий, находясь в своем маленьком отрезке большой Божьей истории, ответил на призыв и пошел. И будучи здравомыслящим человеком, что при своей жизни он не умер, как песок. Это нереально при жизни человеческой увидеть потомство, как звезды. Вы согласны? Он же понимал, что речь идет о чем-то великом, что произойдет когда-то, но что его глаза, по всей вероятности, видеть не будут. Он согласился участвовать в великой Божьей истории на одном маленьком ее фрагменте. Как пазл, понимаете? Как пазл чего-то большого, большой Божьей картины. И мы сегодня с вами – это пазл. Какую роль играют люди, которые, служа евреям, находясь в еврейском движении, являются неевреями? У меня был большой вопрос: «Господи, за что?», когда я начала понимать, кто я. И когда евреи мне задают вопрос о моем нееврейском происхождении, я начала обнаруживать, что я точно так же, как и многие другие сегодня, не знаю, что ответить. Какая-то шутка Божья была со мной, потому что я нашла свои еврейские корни, причем в квадрате, несколько лет назад. И мне казалось, что если бы у меня эта информация обо мне была в самом начале, мне бы было легче просто жить, понимаете? Я бы говорила, я еврейка просто. У меня, мне казалось, нет такого морального права, это были мужчины. Я говорю: «Господи, ну что тебе жалко, какой-то документ мне подкинут для уверенности?» Я считала, что у меня нет силы, какой-то моральной силы, понимаете, быть в этом движении. И я сейчас зачитаю кое-что. Пока что еще все, наверное, сумбурно. Началось это с одной встречи в моей жизни. Вот это: «Господи, ну что, жалко тебе? Или за что?» Началось это с одной встречи. Пастор, который благословлял меня и покойного Николая на это служение, он отправил нас в Киев. У Бориса Саулыча вообще не была тогда ханука. И говорит: «Есть такая, говорит, мессианская община, говорит, там такой пастор, он так нас подготовил, чтобы, подготовил. И говорит: поедьте, посмотрите». И нас встретили на вокзале. И брат, который был за рулем, он рассказывал об избранности Божьего народа. И сижу я сзади, и так мне стало больно и жалко себя. И я понимаю, что я сижу и реву, и не от радости за еврейский народ, а из-за комплекса неполноценности. Я пережила второй, третий, 15-й сорт, я даже не знала, что я когда-нибудь по-настоящему могу с этим столкнуться. Это был
98 год. Что переживают люди? Я знаю, что это не со мной только происходило и происходит сегодня. Я говорила: ладно, Господи, если ты хочешь, чтобы я служила твоим любимым евреям, я соглашаюсь это сделать, но я не знала, что ты меня не так любишь, как кого-то. Я не знала, что я другой ребенок, второй ребенок, 15-й ребенок. Я вдруг начала чувствовать, что Бог кого-то вот наконец-то по-настоящему любит. Я нужна Ему как средство, с помощью которого Он достигнет того самого любимого для Него. И вы знаете, думаю, Бог испытывал сердце, я согласилась на это, но это чувство второсортности, оно оставалось во мне. Я чувствовала себя рабом и слугой, которого Бог избрал на свою работу для своего любимого Израиля, но я не понимала, где я в Боге в этом месте. У нас однажды на служении была такая песня «Лехаем иделех», на идиш, «Евреи, счастья вам», «Мы желаем счастья вам». И мы же там что-то пели на идиш, и потом на русском мы пели. И подошла одна женщина, и она говорит: а почему вы любите только евреев? Почему вы любите и желаете только им счастья? И ушла из общины после этого. И я подумала, действительно, как-то, в общем-то, несправедливо. А то чувство, что было у тебя, оно ж точит. Ты же как бы этого человека даже где-то понимаешь. Ты же даже как-то его жалеешь, что ему пришлось пережить то же, что и тебе. Вот это чувство второсортности. Наверное, это где-то продолжение темы про вторую скрипку. Я хочу прочитать, что такое комплекс неполноценности. На чем он основан вообще? Комплекс неполноценности – это совокупность психологических и эмоциональных ощущений человека, чувстве собственной ущербности и такой, ну, иррациональной вере в то, что окружающие превосходят его. Но что произошло со мной? Я была ребенком Божьим, я знала, что я избрана и все такое. Я начинала радоваться в жизни, и вдруг мне сказали, что есть другой, более любимый, более избранный, более почитаемый. И оп, и вот это со мной случилось. И не буду дальше прочитывать, по каким еще причинам это может происходить. Но вот это все состояние дурацкое, оно существенно влияет что на поведение человека, что на ощущение человека. И что мы должны понимать, что когда Бог писал свою историю, возвращаясь к нашей теме или к моей теме, Гаим, да, народы в мессианском движении, какую мы роль играем, все вообще, мы должны понимать, что когда Бог писал свою историю, в ней очень много стратегии. Вы согласны? У Бога очень много стратегий. Он знал, как Он историю начал и как Он ее закончит. Аминь. И Он понимал, что и после чего произойдет. Мы о многом узнаем в прошедшем времени, о многом узнаем из книг, о многом мы как бы, как Павел говорит, как сквозь, да, такое тусклое стекло мы смотрим на будущее. Вот так о многом мы узнаем. Но у Бога есть вообще стратегия, и каждый в ней занимает ключевую роль, если, опять же, возвращаясь к прошедшей теме, занимает каждый свое место и свою роль. Смотрите, когда Бог захотел призывать людей в свои планы, Он им об этих планах говорил, ну, настолько, насколько они могли понимать. Авраам, он что сказал? Он просто сказал: встань и пойди. Ну, поэтапно он же раскрывал ему, что он от него хочет. Он говорил о благословениях, которые будут иметь его потомство. Он говорил о земле. Он открывал настолько, насколько Авраам мог вмещать. Правда же? Когда нужно было останавливать и вразумлять людей, он посылал пророков. Он партнеров, которых призывал в свою
свою стратегию, он их информировал о своих планах. Я хочу сказать, что Бог свою историю не творил сам в одиночестве. Он призывал мужчин и женщин Божьих, чтобы они вместе с Ним творили историю, которая написана им. И вы знаете, я думаю, что это очень взрослые вещи. Я думаю, что это очень взрослые вещи отзываться на Божью стратегию. Есть люди, которые вокруг своих проблем, как вокруг новогодней елочки, танцуют и танцуют. Они хотят, чтобы их проблемы ушли. Но что же вы без них будете делать, если это центр вашей жизни? Какие Божьи планы, какая Божья стратегия? Она не вмещается на вашей елочке, понимаете? Бог призывает в партнерство людей, которые открыты для Его воли и способны открыться для очень больших, неудобовразумительных вещей. Срывающих башню иногда, извините за выражение, потому что когда ты живешь вот в этих домах, они для тебя очень большие, и все такое ужасно огромное, а когда ты поднимаешься просто всего лишь на высоту птичьего полета, все как коробочки, как спичечки, все мелкое, ты по-другому видишь землю. И пророк Исаия говорит: поднимите глаза ваши к небу, а потом посмотрите на землю. Потом, знаете, с высоты надо смотреть на то, где вы сейчас находитесь. Иначе все превратится в рутину, бессмыслие. Я говорила в прошлую субботу, я говорила лидерам, говорю: вы знаете, когда вы понимаете, где вы в истории Божьей находитесь, вы находитесь в великом месте, вы находитесь в месте начала исполнения Божьих пророчеств об Израиле. Люди об этом мечтать не могли еще 100-200 лет назад. Для нас это сегодня норма. Вы в великом месте находитесь, и иногда каждый день жизни уже такой неинтересный, такой же все надоело, дайте что-то новое. Я говорю, что у нас, вот Рэбе говорил, что я по домашним группам, да, специализируюсь, так сказать. У нас есть система подотчетности в домашних группах, и человек, который курирует этот вопрос, он у лидеров берет... анализирует, мы не называем это отчеты, мы называем это анализ служения. Мы анализируем то, что было на служениях. И для людей это рутина. Это надо какую-то бумажку взять, написать. И говорю, это очень сильно надоест вам, если вы не понимаете, в каком месте вы находитесь. Если вы на все то, что вам сегодня поручено делать, смотрите с земли, а не с Божьей высоты. Это совершенно разные измерения. Как Бог запланировал спасать в свое время Израиль? Как он это, мог ли бы вообще Израиль без неевреев начать подниматься? Это же по его планам, по его стратегиям было невозможно. Это не средство, это не лопата. Если ты не еврей, ты не лопата, чтобы тобой копали. Ты очень важный человек, ты очень важный пласт, как бы в его закладке. Вот это тайна домостроительства. Ты очень важный кирпичик в этом строительстве. Написано было пророком, что настанет время, когда Бог скажет: ребята, время наступило, когда он поднимет руку к народам, да, поднимет знамя к племенам. Будет такой сигнал, и цари, и племена, они на спинах и на руках своих понесут дочерей и сыновей обратно, да. И это будут делать племена, это будут делать цари, царицы земные, это будут делать люди из других народов. И для этого нужно иметь откровение. Потом написано, что я думаю, что это другие. Одни будут делать эту работу, потому что они взрослые, потому что они участвуют в Божьем плане. А вторые написано, я не знаю, как это будет выглядеть, конечно. Это, наверное, метафора, аллегория, не знаю. Какая-то поэзия, написано, что будут лизать прах с ног. И как бы это ни было печально, знаете, это будет именно так, потому что слова Господни изрекли это.
Никакое слово, исходящее из уст Божьих, не остается бессильным. Так будет. Мы находимся в каком-то определенном периоде. Оно очень важно в глазах Божьих. Очень важно, чтобы мужчины и женщины Божьи не разбирались, а я должен тут быть или я не должен, а я еврей или на четверть еврей, а я еврей по галахе или не по галахе, а я похож или не похож. Тебе надо, знаете, на самом деле, с чем разобраться. Тебе интересно, что Бог запланировал в своей истории? Ты хочешь в этом участвовать? Хочешь ты в этом участвовать? Ты хочешь быть в этом использованным? Это единственный вопрос. Потому что Бог сказал, что Он будет делать некоторые вещи. Бог рассказал свою волю об Израиле. И Он совершит то, что Он сказал, потому что Он творец истории. Только есть единственный вопрос, что ты в этом делаешь? Участвуешь ли ты в этом или не участвуешь? Взрослый ты? Насколько ты взрослый, чтобы тебе можно было доверить работу на вот этой ниве Божьей? Мы однажды сидели с ребятами с другой страны, они работали в такой организации, они помогали, вначале помогали евреям уезжать в Израиль, а потом активно их вывозили в Израиль. Такая миссия у них была, они уговаривали, настаивали, потом приходили к нам и говорили, что если мы будем этого, не будем этого делать, то есть всячески работать, чтобы все выехали в Израиль, то кровь на нас и на наших детях, это даже угрозы были, как-то так у нас не сложились отношения. Вот. И у нас с ними был диалог, мы пытались найти общее. Они, кстати, с годами потом поменяли мнение, слава Богу. И я говорила о том, что как спасаются евреи. Они говорят, их надо всех отвезти в Израиль, исполнить Божье пророчество, они едут, уедут в Израиль, и там все спасутся. Бог сам позаботится об этом, ты об этом не волнуйся. Я спрашиваю, зачем вы волнуетесь тогда, чтобы их туда вывести, если Бог их сам соберет, написано. И вот у нас такой бесполезный разговор был. Они рассказывали, что Бог их сам спасет, а нам надо вывести. Я рассказывала, что Бог их сам вывезет, главное спасти. В общем, у нас не получалось договориться, да. Не получалось у нас договориться. Потом я открыла Евангелие, Римлянам, и там такие простые вещи. Как уверуют, если не услышали? А как услышат, если не было того, кто будет говорить? И это для всех народов, скажите аминь. Для иудеи, для Елена одинаковый принцип работает. У нас в общине есть люди, которым просто нравится с нами быть. Им нравятся наши песни. Ну, это только у нас в общине. Я знаю, что у вас такого нет. И им нравится посещать наши шабаты. Им все нравится. Только это не касается совершенно той неинтересной, рутинной, какой-то вообще недуховной работы, которая касается евангелизации. Вообще страшно неинтересно это дело. Потому что люди, которые служат, они ходят по домам, к дедушкам еврейским, к бабушкам, молятся постоянно за этих евреев. Это вообще страшно неинтересное дело, ну, такое надоед. Знаешь, сколько можно молиться, да? Вот. А на шабатах быть – это другое дело, это интересно. Сейчас, когда мы были в Николаеве, меня вдохновило кое-что. ФОС, правильно я говорю? ФАС, да? Да. Да. Человек, который выглядит совершенно, да, таким несерьезным. Мы разговаривали, и он говорит, на дверях нашей церкви висел такой большой лозунг, мы молимся или за тех, кто притесняем или гоним, что-то такое. И он говорит, и мы каждое воскресенье молились. И говорит, и мы молились за людей в СССР. Ну, так сказал и кушал дальше. Я сижу и говорю, слушай, а как долго вы это делали? И он говорит, 25 лет. Я говорю, сколько? 25 лет.
Я говорю Эдвину, говорю, пастор Эдвин, 25 лет, это не по вдохновению, это не месяц, это 25 лет. Зачем им надо в Новой Зеландии, я даже знаю, где-то страна, я на глобусе не найду. Я бы не молил, вот знаете, как, ну молилась ли бы я за Новую Зеландию 25 лет, понимаете? Мне бы даже, ну, не пришлось так думать. Я просто сравниваю, что было у людей в сердце, что они 25 лет молились за угнетенных в СССР. И он говорит, и когда кордоны упали, мы так радовались. А я сижу и вспоминаю, как мы радовались, когда у нас кордоны упали. У нас у всех был дикий ужас. Я помню, я находилась тогда в Констанции, это было лето, я была в Констанции, это берег в Румынии, и я думаю, назад не еду, был, да, я думаю, не еду я назад, я боялась возвращаться, потому что это было очень все страшно, а они там радовались, они были намного шагов впереди нашей истории, потому что Бог им открыл, понимаете, Бог им открыл часть истории. И они впереди нас шли, они знали, что нас ждет, они знали, как о нас молиться дальше, они знали, какая нам нужна помощь, потому что Бог их пригласил в партнерство. И я говорю, как 25 лет молиться? А Эдвин мне говорит, сколько лет ты молишься за Израиль? Я так, ну да, точно. Бог вкладывает в сердце свои желания, да, и тебе это легко. Если ты соглашаешься с ним быть в его работе, еврей ты или не еврей, ты должен понять, что Бог от тебя хочет. И когда я Богу говорила, ну что тебе жалко, хотя бы документ какой-то. Ну хоть как я, вот что мне делать вообще? 50 копеек на собраниях, понимаете, пожертвования. Два еврея, 50 копеек. Хоть что-то мне дай для веса, хоть что-нибудь. И говорю, а потом передали общину. Я говорю, что женщина-пастор? Ты же мужчиной меня не мог сделать. Как, за что мне вот это вот все, вот с этим бороться, вот это все проходить? И Господь мне сказал, и я знаю, я просто знаю, что говорил он Павлу. Он говорит, достаточно с тебя благодати моей. Я там вот растеклась там в кресле. И я сказала, я больше не буду жаловаться. А потом раз и документы. Так, одно, второе. Нет, по Галахе это все не работает, но это уже там один Ефимович. Ну, неважно. Я уже не имею сегодня вопросов. Но когда ко мне пришла информация о моих еврейских корнях, для меня это уже не имело никакого значения. Вот что я хочу вам сказать. Вообще мне, ну, сегодня это неважно. Потому что я поняла, что я не второсортна для Бога. Я поняла, что Он мне доверил дотронуться до зеницы, до глазницы своей. Знаете, как Он говорит, что Его народ – это Его глазное яблоко. Его... Я как представила, как тебе пальцем кто-то в глаз лезет, знаете? Думаю, это ж какое доверие надо иметь. И я подумала, Он мне разрешил это делать. И вот это вот, какое я там, это все глупости вообще. Вот эти бумаги там, вес, это все глупости. Это у нас в голове комплекс неполноценности, нам нужно для веса в собственных глазах что-то там, чтобы в себя лучше ощущать. Это все глупости. Богу нужны мужчины и женщины Божьи, которые понимают Его историю. Верят, что то, что сказано в Писании, совершится, потому что это не твои и не пастора, и не какого-то теолога слова. Это слова Господа Бога, которые не могут быть неисполнены. Это совершится. Израиль спасется. В этом будут участвовать цари и царицы, люди из других народов. И так прославится Господь. И то, на чем я еще хочу... Ну, как бы закончить Писание немножко. Для меня это однажды тоже было важным. В псалмах написано, что 25-й псалом, 14-й стих, написано, что тайна Господня, она для боящихся Его. И это слово «боящийся» как бы для тех, кто Его почитает. Тайна Господня одна для тех, кто Его почитает, и завет свой Он им объявит. И об этой тайне уже в Ефесянам, смотрите, эта тайна, она была до
начала, до начала, это тайна, о которой в Ефесянам делится Павел, он говорит, мне через откровение возвещена тайна, через откровение возвещена тайна, и то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Мессии, которое не было возвещено прежним поколением сынов человеческих. Это Божья стратегия. У него был план. Он его не показывал до времени. Но пришло время, он берет Павла, потому что он боящийся Господа, он почитающий Бога, и он берет и открывает ему тайну. И он говорит, вот мое разумение тайны. Она не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом его и пророком святым духом, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело. Это была тайна, но в один день Бог ее открыл. Это не люди второго сорта, это всегда то, что было у него в сердце. Он готовился к этим дням, он в миссию призвал свой народ. Израиль призвал для того, чтобы спасти все народы. Это было частью стратегии. И мы одно, и мы сопричастники стали, язычники стали сопричастниками обетования во Христе Иисусе посредством благовествования. И это была тайна. И другая тайна, и, которая открыта и пишется история сегодня, это часть Израиля. И мы знаем с вами, что не придет до тех пор, пока не воскликнете, сказал израильтянам Баруха Баба Шема Дунай. И теперь народы, как когда-то, Израиль участвовал в народах, так теперь народы участвуют в Израиле. Второй ли это сорт? Думали ли про себя евреи 2000 лет назад мессианские, что они второй сорт, когда они пошли служить не евреям? Думали ли они о себе так? Нет. И в обратно не должно так быть. Но мы сами должны знать, до времени, потому что настанут дни, когда скажут, нет надобности учить о Господе, потому что все знают Его до времени, потому что сказано, что десятеро схватится за полу одного иудея до времени. И без гаим, обращенных ко Христу, Божья стратегия или Божьи планы, они невыполнимы. Поэтому, если вы не еврей в мессианском движении, надо просто отказаться от комплекса неполноценности. Это не от Бога. Перестать заниматься ерундой, а вместо этого заниматься Божьим делом. Потому что если вы здесь, вам доверена тайна, которая не доверена другим, все этого, вы понимаете, не все сегодня побежали служить евреям, да, но не всем это открыто. Если вам открыто, значит, вы призваны в это Божье дело. И Бог хочет вас употреблять. Давайте помолимся. Спасибо, что Ты поднимаешь нас, Господь. Ты поднимаешь нашего внутреннего человека. Спасибо, что мы в Твоих глазах, Господь, ценны. И Ты прямо вот почитаешь каждого. И приходишь к каждому, чтобы показать, как Ты ценишь. Спасибо, Господи, что Ты учишь нас смотреть на себя так, как Ты смотришь на нас. Я молюсь, Святой Дух, чтобы все навязанное человеческое, все лживое, все неправдивое, оно было Твоей рукой снято с людей. Я прошу, чтобы вот этот комплекс неполноценности, вот этот отпечаток второсортности был уничтожен Твоим Святым Духом. Я прошу, чтобы пришла свобода во взгляде на себя. Просто там, где Твоя истина, там Дух Господень, там свобода. Там свобода. И я прошу, Господи, об этой истине, которая просто разрывает все цепи и выпускает измученных на свободу. Прославься, Иешуа.
Иешуа прославься в евреях и неевреях, чтобы вся земля была полна славы Твоей, чтобы имя Твое почитаемо было во всех народах, чтобы, как написано в Римлянах, покорять вере все народы мы могли. Боже, как когда-то маленькие мессианские общины принесли Евангелие в весь мир, Господь, что работает по сегодняшний день. Пусть, Господи, вернется та сила, вернется та мощь в мессианские общины, в еврейский народ, чтобы имя Иешуа, оно было почитаемо в Израиле. Аллилуйя! Боже, как пророки Твои говорили, не умолкну ради Сиона, пока не восстановится земля, пока не восстановится народ. Слава Тебе! Слава Тебе, Иешуа! Слава Тебе, исцеляющий свой народ! Слава Тебе, исцеляющий, освобождающий! Каждого почитающего Тебя, каждого боящегося Тебя, Господь! Спасибо, что Ты открываешь тайны Свои Духом Святым, что Ты говоришь прямо в дух каждому о Своей любви, об избранности, Боже, о Своих ожиданиях, о Твоем предназначении для каждого здесь присутствующего. Слава Тебе! Слава, слава, слава! Почитаем, Господи, Твое присутствие, Твое Слово. Боже, Твой ветер, который дышит где хочет, Господь, и Ты здесь дышишь, и Ты дуешь ветром Своим, как Ты хочешь. Слава!